Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему отношения к власти. К сожалению большому, я это вижу, наверняка видите это и вы, у нас плебейское отношение к власти имущим, и мы с захлебом читаем, что они ели на фуршетах, скажем там, или каких-нибудь обедах званых, что одевали, сколько это стоит, сколько стоят там те вещи там, которые не приобретают в магазинах, там те дома, в которых не живут, подогревает страсти в нашем расслоенном обществе, где масса бедных людей и кучка людей сильно не бедных. Но подход сам к этой проблеме меня лично оскорбляет, потому что он неправилен. И вот, что я хотел бы сегодня по этому поводу сказать. Власть наша – это люди, рекрутированные из недр самого народа. Это не люди, воспитывавшиеся отдельно, как, скажем, было в России времен Екатерины, когда знать говорила по-французски и русского языка не разумела. Скажем, тот же Пушкин учился читать первые по-французски, а потом уже на языке российском. То есть это не те люди, которые отделены какими-то такими, значит, заборами там и барьерами от простого народа. Это люди, которые учились с нами в школе вместе. Это люди, которые ходили в те же спортивные секции, галстуки носили пионерские на шее, там где-то нибудь курили за школой, значит, такое, хулиганили, там тоже кино смотрели, те же книжки читали. Значит, это те же люди на самом деле, понимаете? И если они жадные, то я думаю, что весь народ жаден. Если они лукавые, я думаю, что весь народ лукав. Если они предатели, я думаю, что весь народ склонен к предательству. Если они фальшивые мерзавцы, да, вот, если это правда, конечно, да, то я думаю, что весь народ таков тоже. В принципе, по власть имущим из национальных элит, так называемых элит, можно судить о самом народе. Народ-то, конечно, пену тищит, и у них, значит, такое действительно захлебывается от ненависти к тем, кто залез наверх. Но, Боже, сохрани, чтобы кто-нибудь из народа залез туда же, потому что получится хуже. Я думаю, что твердая связь существует между народом и его избранниками, которые плохо, там, скажем, пользуются там, значит, этим фактом избранничества своим и так далее. То есть есть связь, и не надо их ругать. Они такие, как мы. Просто их грехи реализовались и видны всем, а наши грехи с вами не реализовались и не видны всем. Конечно, слова мои не будут понятны никому из людей не церковных, не верующих, не мыслящих христианскими категориями, но верующий народ не должен клеймить власть, не должен плеваться в нее и ругать ее. Они такие же. Те же страсти, те же пороки, те же грехи, те же соблазны, только умноженные в тысячи и, может быть, даже сотни тысяч раз, родили из них то, что из них сегодня есть. Вот и все. А мы там окажемся, будет то же самое. Есть интересный пример из житий святых. Мы, может быть, даже его и когда-то озвучивали, но мало ли, что мы озвучивали за многие месяцы и годы наших с вами встреч в эфире. Поэтому повторимся для тех, кто не слышал этого, или тех, кто слышал, но забыл. В одном месте, в некой местности, такой довольно убогой, смиренной, жил человек, каменотес, который вытесывал камни для разных строительств, и был чрезвычайно набожен. Как только колокол звонил в ближайшей церкви, он бежал туда и отстаивал службу. Первый бежал, бросая свое кайло, бежал на молитву. Заработанное делил на три – себе, бедным и на храмы. Он никого не осуждал, довольствовался малым, ел простую скудную пищу, никогда не осуждал никого, не роптал ни на что, был доволен своей долей, смело, честно работал хорошо и был во всем успешен. Так случилось, что жил там какой-то один такой молитвенник, великий старец, который подумал однажды, как было бы хорошо, чтобы человек сей стал начальствующим, там, вельможей, министром, военачальником, префектом, начальником провинции, по-нашему, начальником облдерж-администрации. Или, скажем, даже, может быть, царем там, или приближенным царя. Вот было бы благо для людей, когда такой трудолюбивый, честный, смиренный муж делал бы столько добра, вот умножить это все в пропорции на его власть будущую,
для людей. И он стал об этом усердно молиться. Старец молился долго. Молился с поклонами, со слезами. Он вымаливал у Господа благо, как он думал, для народа, для людей, потому что он видел в этом человеке потенциал для будущей жизни. И что вы думаете? Вымолил, и Бог по доброте своей показал свою власть и силу, на молитвы ответил. Человека нашли, вернее, он, там, прорубая там, какую-то, значит, нишу в каменной породе, какую-то пещеру нашел, там были какие-то сокровища спрятанные. Он взял их, обогатился, стал в своем городе вельможей. Потом мало места было ему для того, чтобы быть вельможей в этом городе. Он переселился в столицу, там взошел по лестнице до самого, значит, царя и патриарха. Близ них там начал, значит, крутиться, там среди первых людей государства. И там начал жить. И вот старец сей, который вымаливал это благо для известного ему каменотеса, однажды очутился в столице и увидал этого бывшего каменотеса. Тот был важен и пышен. Он не ходил пешком, стопа его земли не касалась, его носили в паланкине. Рабы носили его, значит, на плечах своих. Он был одет в мягкое, ел сладкое. И он спрашивал людей: знаете ли вы этого человека, которого сейчас вот несут по улице? Говорит: да, конечно, знаем, это вот такой-то вельможа, так-то его звать, там, оттуда-то он родом, конечно. Конечно, мы знаем его. И как он? Он, наверное, дает щедрую милостыню, строит храмы, очень набожен. Говорит: что ты, старец, перестань, брось. Это такой человек, который не даст тебе снега зимой. Это страшный жадина такой, такой мерзавец, который тебе, значит, тебе за собаками травит любого нищего, который повесится перед воротами его, значит, там, дворца. Ничего подобного. Это ужасный человек вообще. Гордый, чванливый, безбожный вообще. Мы в церкви ни разу не видели. То есть ничего хорошего в нем нет. Старец стал спрашивать больше. Ну, мало ли ошибаются люди. Он стал узнавать, распытывать. И голос был одинаков. Оказалось, что человек, будучи хорошим каменотесом, оказался ужасным вельможей. А виноват-то в этом не человек, старец. Это он у Бога вымолил такую высокую долю для человека, который к этому не был способен. Старец понял, что он, кто бы вы думали, убийца. Он убил человека, по сути, он убил его душу. Он поставил его в ситуацию, в которой он не может адекватно действовать. Он пешку сделал королем. И он стал молиться обратно. Забери у него, Боже, все это. И прости меня грешного. Я просил не то, что знаю. Я не знал этого всего. Бог внял его молитвам, попал человек в интриги, его осудили, оклеветали, он спасался бегством от смерти, имущество его конфисковали. Он вернулся в свое несчастное село там, или городок, взял в руки кайло и вернулся к тому, чтобы камни тесать и работать свою работу. А потом по звону колокола бежать в церковь, а на вырученные деньги кормить нищих. Братья и сестры, тяжело это быть богатым. Тяжело это быть при власти. Не лезьте вы в это. Не думайте об этом. И не мечтайте об этом. И не осуждайте их, потому что они такие же, как мы. Мы ничтожные, и они. Мы жадные, и они. Мы брехливые, и они. Мы лукавые, и они. Мы одинаковые. Не нужно, простите уж так за слово такое, гавкать на власть. Такая же она, как и мы все. Но каждый пусть занимается делом своим, но делает его хорошо. Лучше быть хорошим сантехником, чем плохим президентом. Лучше быть хорошим сапожником, чем плохим премьер-министром. Лучше маленькое делать хорошо, чем плохое плохо. Поэтому я бы хотел, чтобы христиане, по крайней мере, уж, конечно, не 100% людей, живущих в нашей стране, но христиане не завидовали, не плевались, не осуждали, не проклинали, не желали зла начальствующим, находящимся у власти, понимая, что все мы люди глупые, слабые, грешные, и наверх лезть не надо. Живи тихо, и Бог тебя не забудет. До свидания.